Что же такое тогда война с ее неизбежными смертями и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление? Потому что крепка, как смерть, любовь. Потому что каждая женщина, которая любит, царица. Потому что любовь прекрасна. Я слышала, какая-то легенда говорит, что Бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века, одна половинка другую, и все не находят. Многие люди, которым приходилось видеть самоубийц за несколько часов до их ужасной смерти, рассказывают, что в их облике в эти роковые предсмертные часы они замечали какую-то загадочную, таинственную, непостижимую прелесть. Целый день, проведенный вместе, сбил всех привычное цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. Но когда народ смеется даже с оттенком сатиры, монарх может спать спокойно. Как это скверно, когда не ты ведешь мысль, а она тебя ведет. В любви только надежда и желание составляют настоящее счастье. Удовлетворенная любовь иссякает, а иссякнувши разочаровывает и оставляет на душе горький осадок. Любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страсть, воскресение и смерть. Иначе она мирная и скучная, долголетнее сожительство под благословенным покровом церкви и закона. О, какую страшную власть имеет над нами прошедшее! Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он Бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему. К дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле. Ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. Глубокую, замечательную истину высказал какой-то философ.
который утверждал, что ценность человеческой души можно познавать по глубине ее падения и по высоте взлетов. Великие книги одинаково доступны пониманию и ученого, и неграмотного крестьянина, лишь бы было понятно изложено. А всякая великая мысль проста. Великих моментов нельзя повторять, как и нельзя передразнивать вдохновение. И что такое, если поглядим глубоко, вся жизнь человека и человечества, как не краткий, узорчатый и, вероятно, напрасный сон? Ибо рождение наше случайно, зыбко наше бытие, и лишь вечный сон непреложен. Слава, знаменитость сладки лишь издали, когда о них только мечтаешь, но когда их достиг, то чувствуешь одни их шипы. И за то, как мучительно ощущаешь каждый золотник их убыли. Ужасная эта штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредимым, все равно в будущем считай его погибшим. Ах, у каждого человека в душе, где-то, в ее плохо освещенных закоулках, бродят такие полумысли, получувства, полуобразы, о которых стыдно говорить слух даже другу, такие они косолапые.